Ты не можешь дождаться премьеры моего нового тела. Так. Всем здорово, друзья, всем привет, с вами снова Упоротый Цветок. А я представляться не буду, меня вы и так знаете. Продолжаем играть в Undertale, и мы тут победили с вами МТТ, побеседовали с Сансом, который стоял здесь и отвел нас в ресторан. Нам рассказал очень интересную историю, ну а теперь мы пойдем вот в этот вот закоулочек, в котором нам обещают продать очень интересные вещи. Эй, зацени, да, зацени это. Ну-ка. Объедки. Лечит так, можно нехило откусить. Пустой пистолет. Пули не прилагаются, ковбойская шляпа. Так, броня 12 защиты, плюс 1 защиты, что это значит, я не знаю. Атака повышена, когда надета. Таинственный ключ. Наверное, от чьего-то дома. Ага. И где мне взять денег на таинственный ключ? Блин, мне и объедки надо купить, а ты и таинственный ключ. Ведь и накопи на ключ, пишут. А как на нее накопить-то? Но в том-то и дело, что мне хилки нужны. У меня кончились хилки. Вот только ради этого надо было покупать. Ай, божественно. Типа говорит, еще увидимся, пока и все такое. Не покупай объедки, кто-то кричит мне в чат. Да ладно, надо. Так, ты кто? Добро пожаловать на ТТ-курорт. Крупнейший жилой дом в горячих землях. Так, на ночь вы здесь или же живете тут? МТТ-курорт обещает вам отличное пребывание. Просто проходите. А, просто проходите. Прекрасно. МТТ-курорт гордится тем, что вы по нему проходите. На фонтане есть надпись. Королевский фонтан. Мемориал построен, так. Метатон добавлен на прошлой неделе. Ясно. Так, это постояльцы, я так понимаю. Лифт идет прямо до столицы, но он не работает. Отель делает все возможное, чтобы поскорее наладить работу лифта. Да, я не планирую оставаться дома сегодня вечером. Я думаю, у меня осталась холодная пицца в моей горе драгоценностей. Ты можешь разогреть. Шутки понятны. Как слизень, я в ярости. Так, ты кто? Да, мы знаем, лифт в город не работает, говорит со мной палец. Из-за этого инцидента комнаты сдаются по особой цене. 200 монет за комнату. Интересует? Да, конечно. Великолепно. Мы сопроводим вас до вашей комнаты. О, смотрите, какие классные лампочки. А зачем это надо? Ой. Какая фигня. Лампа, у нее нет выключателя. Она говорит, что звезды творят свой собственный свет. Я хочу обратно в кровать, ей понравилось. Блин, ну здесь такой трешняк вообще творится. Так, это моя комната, да? Не понял, а что значит заперто изнутри? О, обслуживание номеров. Принесли мой морской чай? Да. А вот и нет. О, обслуживание номеров? Принесли морской чай? Нет. Тогда? Что за... О! Выглядит занятым, действительно. У него тут вообще какая-то... Он истекает просто своей работой. О, обслуживание номеров. Принесли моего коричневого зайку? Да. А вот и нет. Что ж такое-то, я ничего не принес. А где это все взять? А здесь что?
Вы слышите шарканье. Похоже, вы можете положить что-нибудь под дверь. Положить. Но у вас нет ничего подходящего. Так, понятно, я неподготовленный пришел. Я пришел явно неподготовленный. Давайте сохранимся. Так, и куда нам теперь? Что такое МТТ-бургер? МТТ-бургер Универмаг. Мы славимся своими гамбургерами. Ого! Звездное парфе. Гламбургер. Легендарный герой. И стейк в форме лица Метатона. Ну и цены, а? Так, а лифт не работает. Так, а что у нас тут? О, это я сюда пришел. Все, я понял. Я понял. Пошли наверх. Ядро. О, нам туда и надо как раз-таки. Звонок. Как? Кто они? Я полагала, что здесь больше некому находиться. Ох, ладно, мы не можем сейчас об этом беспокоиться. Щелчок. Дифлопе. Звонок. Готов. Вот и оно. Вызови лифт к вершине ядра. Лифт не работает. Что? Лифт должен быть рабочим. Так, да ладно. Иди направо и продолжай идти вперед. А если я налево пойду? Давайте заглянем хотя бы. Ой! Не пугай так, господи! Эй, почему бы тебе сначала не пройти направо? О, берегись! Мэджик выскакивает из своей шляпы. Что это? Уставится поговорить, очистить разум. Давайте оценим. Мэджик. Так, этот маг-наемник говорит только волшебные слова. Фокус, фокус! Ух ты, что это за могилки? Мэджик тихо шепчет бранные слова. Так. Очистить разум? Вы игнорируете Мэджика и думаете о пыльце и солнечном свете. Ваша защита повышена на 1. Абракадабра! Мэджик делает что-то загадочное. Снова очистить разум. Пожалуйста, и спасибо. Интересно, девки пляшут. Может быть, надо уставиться? Куда смотреть? Крайняя сфера, преследующая сфера. Преследующая была? Крайняя? Устрашающая крайняя сфера была ослаблена вашим величием. Что-то я пока не понимаю, как его победить. Может, поговорить? Мэджик прерывает вас, чтобы поговорить с собой. Он выглядит довольным. Алаказам! Ах ты огреб. Витя, читай комменты. Ну так в комментах сейчас ничего не пишут. Почему у тебя 30 из 20? Я не знаю. О, все, нужно было просто поговорить с ним. Пощадить. О! Это было близко. Почему так много монстров? Я имею в виду, это ведь не проблема, верно? Мы просто должны продолжать идти вперед. Ага. Звонок. Похоже, ты не пройдешь дальше, пока не нажмешь на переключатель. Но тогда эти лазеры активируются тоже.
Кажется, они появятся в следующем порядке. Оранжевый, оранжевый, синий. Запомнил? Двигайся до третьего. Что, не понял, что это было? О боже мой, ты ранен? Мне так жаль. И что, я указал тебе не ту последовательность. Вот-вот. Все будет хорошо, слышишь? Давай, просто продолжим идти направо. Распутье. Попробуй продолжать идти направо. Понятно, значит, надо вверх идти. Мне кажется, она меня запутывает. О, опять они. О, рыцарь-сныцарь. Преграждай дорогу. Блин, название-то какое. Рыцарь-сныцарь. Так, спеть, поговорить, оценить. Давай оценим. Рыцарь-сныцарь. Так, у этого наемника тяжеловеса хороший Моргенштерн. До свидания. Ос. Давайте споем. Вы поете старую колыбельную. Рыцарь-сныцарь выглядит сонный. Почему сонный? Сонным? Так, он любит спокойной ночи. Значит, мы ему еще раз колыбельную сейчас споем. Еще спеть. Вы продолжайте петь. Рыцарь-сныцарь закрывает глаза. Ох ты ж, солнышко. Ой-ой-ой. Снова спеть. Вы продолжаете петь, рыцарь-сныцарь заснула. Все, можно прощать. Фух, победа. Звонок. Ты в порядке? Почему ты не пошел направо? Ну же, ты ведь доверяешь мне, не так ли? Конечно, доверяю. Ну, не так, чтобы очень. Мне просто интересно было, что там. Так, это лазеры, которые... Надо стоять, когда они двигаются, да? Звонок. Еще лазеры. Ладно, я в этот раз не буду мешать. Или мешкать. Я просто отключу лазеры, чтобы ты прошел. Они не хотят отключаться. Не могу их отключить, я... Все хорошо. У меня все под контролем. Я отключу энергию во всем блоке, чтобы ты смог пройти. Готово. Иди. Ого, тут лазеров сколько. Звонок. Стой. Стой. Энергия включается обратно. Блин. Этого не должно было случиться. Я еще раз выключу их. Когда они выключатся, пройди чуток и остановись. Ладно? Тебя не заденет. Блин. Все. Фух. Видишь, у меня все под контролем. Все под полным контролем. О, сохранка. Ладно, ты должен... Я не знаю. Это совсем не похоже на мою карту. Извини. Мне надо идти. Чё звонил тогда? Так, воздух полон запаха озона. Это наполняет вас решимостью. Здесь одни компьютеры, видать. Так, го направо. Ой, а чё это за... Что за спуск вниз? Нет? А, это колонна такая из... Понял. Так, здесь какой-то лабиринт, что ли? Ага. Опа. Какие-то глыбы льда прилетают. О! О! Так, давай-ка мы взломаем этот аппарат. Так, у нас два выстрела.
Готово. Поздравляем. Так, это лабиринт, но он легкий. Ну, в принципе, да. Ой, что это? Селедка. Внутри мусорной корзины лежит гламбургер. Возьмете? Да, конечно, он же дорогой. В мусорной корзине гламбургер. Жесть. Так, куда-то направо. Ой, опять оно. Лакселот и финальный фрогет появились. Так, лакселот. Я не помню, что с ним делать надо, если честно. Утешать, он же плачет, да? Вы успокаиваете плакселота, говоря, что он делает все правильно. Ух, нифига себе. Так. Че, опять утешать надо? Ай. Ай. Так. Что-то какой-то странный плаксилот-то попался. Че он не утешается-то? Давайте фроги-то озадачим. Я, если честно, не знаю, как их вообще бороть. Что-то как-то... Вы сделали что-то загадочное. Финальный фрогет признает, что в этом мире еще есть то, чему нужно учиться. Вдумчивое кваканье. Ух, ё-моё. О, все, фроги-то мы нормально обезвредили. Пощада. Блеск, блеск. Хух. Так, а что у нас с плаксилотом? Молиться? В стальной колени молите о пощаде. Плаксилот вспомнил о совести. Больше не хочет драться. Фух. 100 монет отвесили нам за них. Еще. Ой, так. Рыцарь Снысарь и Мэджик. Два в одном. Ёлки-палки. Так, с Мэджиком надо что делать-то? Я забыл поговорить, по-моему, да? Мэджик прорывает вас, чтобы поговорить с собой. Да бред сбивает вас, ваша защита понижена 1. Происходит. Какого? Почему я летаю не теми кнопками? Жесть, я жму вверх, он летит вниз. Я жму вниз, он летит вверх. Это невозможно так пройти. Это было просто Unreal, ребят. О! Ты смотри, мне где записала, а? Что-то я не хочу туда идти. Там что-то жара какая-то дикая. А, покой дел, я в любом случае туда прихожу, да? О, 100 монет. Да, 100 монет. Так, я что-то немножко запутался. О, еще какой-то мост нашел. О, астигматизм приближается.
Не дразнить, бросить вызов, дразнить. Ну давай оценим. Так, этот безжалостный задира всегда выходит сухим из воды. Ничего вообще не дало мне это описание. Астигматизм, говорит, лол. Так, бросить вызов, дразнить. Не дразнить. Ну-ка, если дразнить. Вот так. Видимо, не надо было дразнить, да? Вот, блин, монстров понапридумали. А, нет, смотри, нормально подразнил, и он сразу решил меня отпустить. Так, погнали дальше. Его, говорит, надо не дразнить. А я его задразнил, наоборот. О, смотри, нормально, я куда-то пришел. А. Стоп, а лифт же не работал. А что, если здесь пойти направо? Куда нас просили пойти с самого начала. Крутяк. Интересно, что там должно было быть? О-оу. О, да. А вот и ты, дорогуша. Думаю, пора выложить карты на стол. Пора наконец-то остановить неисправного робота. Нет, неисправности? Перепрограммирование? Спустись на землю. Это было лишь частью шоу. Представлением. Альфис разыгрывала тебя с самого начала. Наблюдая за тобой в монитор, она привязалась к твоему приключению. Она отчаянно хотела стать его частью и решила вписать себя в свою историю. Она перезапустила ловушки, она выключила лифты, наняла меня, чтобы мучить тебя, чтобы спасать тебя от опасностей, которых в помине не было, чтобы убедить тебя, она прекрасная личность. Хоть это и не так. А теперь время ее звездного часа. Прямо сейчас Альфис стоит за этой дверью. Во время нашей битвы она вмешается. Она притворится, что отключила меня и спасла тебя в этот раз навсегда. И, наконец, станет героиней твоего путешествия. От благодарности ты даже позволишь ей убедить тебя не уходить. Или нет. Пойми, я устал от этих предсказуемых игр. Я не хочу причинять людям боль. Отнюдь. Мое желание лишь развлекать. В конце концов, разве публика не заслуживает хорошего шоу? А разве хорошее шоу обойдется без интриги? Эй, что происходит? Дверь только что сама закрылась. Простите, ребятки, старую программу отменили. Но у нас готов финал, который вам крышу снесет. Настоящая драма страсти, резня! В новом шоу «Атака роботы-убийцы». И теперь сиди и думай, это он действительно правду сказал, или это он так троллит нас? Так, что делать-то? Оценить, поджечь? Серьезно, его металлическое тело неуязвимо. Да, это я был тем, кто переделал ядро. Да, это я был тем, кто подговорил всех убить тебя. Однако это был недальновидный план. Знаешь, что было бы в 100 раз лучше? Убить тебя самому. Вот ты какой. Это игрушечное оружие не сработает на мне. Ты что, не понимаешь? Так, поджечь? Это тебя и ждет, если дела и дальше будут идти таким образом. Послушай, дорогуша, я видел, как ты сражаешься. Ты слаб. Если ты продолжишь идти вперед, то Асгар заберет твою душу. И с твоей душой Асгар уничтожит все человечество. Тю-тю-тю-тю. Так, и что же мне делать-то теперь? Пощаду просить? Но если твою душу получу я, то смогу помешать плану Асгара. Я смогу спасти человечество от уничтожения. Что это было?
что значит поджечь-то? Затем, используя твою душу, я пересеку барьер и стану звездой, которой я всегда мечтал стать. Сотни, тысячи, нет, миллионы людей будут смотреть меня. Уху! Нифига себе, Тетрис. Ладно, по-моему, здесь нужно просто пощаду и все делать. Шик, гламур, я наконец получу все это. И что с того, если несколько человек умрут? Это шоу-бизнес, детка. Ох, я не вижу, что у вас там происходит, но... Не сдавайся, ладно? Есть один способ победить Метатона, нужно... нужно... Это пробный вариант, так что не суди строго. Но ты ведь знаешь, что Метатон всегда стоит лицом вперед. Это из-за того, что у него переключатель на спине. Так что ты можешь развернуть его спиной и нажать переключатель. Тогда он станет уязвимым. Ну, мне пора. Похоже, сейчас удачное время, чтобы развернуть Метатона. Повернуть. Вы говорите Метатону, что позади него стоит зеркало. У тебя спина белая. О, зеркало. Верно, я должен выглядеть бесподобно для нашего грандиозного финала. Я не вижу. Где же оно? Вкл-выкл. Ты что? Просто щелкнул моим переключателем. О, yes. О, боже! Если ты нажал на переключатель, это может значить лишь одно. Ты не можешь дождаться премьеры моего нового тела. Как грубо. К счастью для тебя, я был долго болен, чтобы... показать его ранее. Что? Значит, я был долго болен, чтобы показать его ранее. Так что, в благодарность, я предложу тебе милую награду. Я сделаю твои последние секунды жизни... Оу! Абсолютно красивыми. Ха-ха-ха! Что это? Это робот-девушка? О-оу. Так, Метатон X начинает свою премьеру. А у меня только Метатон X. Так, оценить, поза, хвастать, крутой поворот. Давайте оценим. Он парень, пишут. Это оно! Метатон X 4747, ядро в форме сердца, его слабое место. Выражение лица, посмотрите. Свет, камера, мотор. Уху, ножки. Ох ты ж, ни хрена себе. Брош. Нифига себе, изрезал меня. Так, значит, сожрать. Так, объедки. Отброс едства? Минус 50. А что, чтобы победить, нужно действий каких-то набрать, да? Драма, романтика, кровопролитие. У-ху! Ай! Какого хрена? Говорите, что не получите ни одного удара. Рейтинг начинает расти, когда в деле Метатон. Я идол, которого жду. Чё-то я не понял вообще.
Так, я понял. Нужно сходить закупиться нормальной едой. Лапшу выкинуть. Так, нормальная еда. У меня только эти есть, да, получается? Эти хреновые бургеры, которые можно здесь купить. Так, спасибо, но нам типа ничего особо не нужно. Стой, говорит, я заплачу 1000 монет, если Метатор распишется мне на заднице. Так. В сундуке яблоки были. Да не, я их уже все профукал. Так, давай-ка мы лапшу выкинем. И давай выйдем. Витя, ты можешь выиграть, пишут. Обязательно выиграю. Так, а где-то здесь еще есть жратва, да? Ой-ой-ой-ой-ой, звездное парфе. Давай возьмем. Фух, так, сохраняемся. Так, почему здесь? Там сохранимся. Выкинь палку и пуанты, это мусор, пишут мне. Ну, может быть. Фух, ну что ж, ребята, давайте. Я закупился жратвой, я все, что только можно вообще схватил, притащил сюда. Попробуем все-таки его, этого метатончика победить. Так, говорим, что у него где-то там за спиной что-то очень классное. И... Серьезно, где? Где? Хи-хи-хи-хи. Умно, крайне умно. Ну, здорово. Так. Давай, сейчас будут ноги адские. Я не должен ничего пропускать. Нет! Не проскочил. Ладно, так. Да, в принципе, тут все равно что делать, да? Я так понимаю, тут в любом случае, чтобы я не жал, будет продолжение. Ну, так даже проще получилось, да? Так, снова хвастаем. Сейчас опять ноги будут, насколько я помню. Ну это нереально было. Так, давай. Нет времени ждать. Так, а что сейчас будет, я забыл. А, взрывать, взрывать надо. Юху! Есть. Прошел. Хвастаемся. О, поп-викторина. Так, я так понимаю, нужно сейчас будет написать очень много букв, и от этого что-то много зависит. У-ху! Успел, нет. Давай, еще перегрузку мы сделаем. Да, детка. А что, так надо, да? 180, ребят, набил. Почему бы тебе не написать книгу? Так... Ваше сочинение действительно открыло всем на сердце. Почему бы мне не показать вам свое? Отлично. Бахнул его просто. Что у нас дальше? О, я только разогреваюсь.
Есть! 6400, ребят, уже набил. 6400 рейтинга. А, но каковы вы на танцполе? Крути. Еще. Еще. Опа. Нормально. 6800. Сейчас будет быстрый танцпол. А можете держать темп. Есть. Фух, 7000. Сейчас бомбы пойдут, по-моему, да? Да, они. Семь триста. Пошла возня. Уху. Семь шестьсот. Так, время для союзно регулируемого перерыва. Так, потом палку используют, тебе дадут плюс 1200. Да, говорят, палка. В смысле, использовать палку? Или вы меня троллите? Вы бросаете палку, метатон ловит ее ртом и подмигивает, плюс 700. Мы так отдалились друг от друга. Как насчет сердца к сердцу? О, вот это вот сложная штука. Да-да-да-да-да. Пью-пью-пью. Давай, стреляй ты по сердцу уже. Попала гадина. Есть. А, я опять могу палку кинуть. Она что, многоразовая, что ли? Вот и время палки, ведь рейтинг. А, нет, один раз всего лишь. Руки? Кому нужны руки с такими-то ногами? Я все еще собираюсь победить. Что-то я нагребал, да? Так. Может, покушать? Так, ладно, давайте драму наведем. Ай. Пахнет метатоном. Так, пора кушать. Где мои объедки-то? Либо вот это... Парфе. Давай парфе съедим. Гурманство плюс 300. Вы съедаете звездное парфе. Или парфе. Парфе, наверное, французское же. Публика любит этот бренд. Ваши очки здоровья были восстановлены. Шоу должно продолжаться. Йо-ху! Йо, огреб. Давай хвастаться. Рейтинг начнет. Так, так, так. Драма, драма, мотор. Облом. А я не умру сейчас? Опасно. Давайте съедим... Не всякой. Объедки съедим. Хрен с ним, минус 50, но все равно. Свет, камера. Ты действительно хочешь обрести человечество... Обрести человечество на гибель? Обречь, наверное. Или ты просто настолько сильно в себя веришь? Ого! Я случайно кусочек снеговика сожрал, ребят. Я не хотел, честно. Ну и ладно. Но это фейл, да. Я думаю, мы уже оба знаем, кто одержит победу. Узри же истинную силу звезды человечества.
Уу! Надо же так было зафейлить. Так, 10 тысяч. Может опять палку кинуть? Не, не работает. О, посмотри на эти рейтинги. Это самое большое число зрителей, что я когда-либо имел. Мы дошли до приема звонков. Удачливый зритель получит шанс поговорить со мной, прежде чем я покину подземный мир навсегда. Давайте же узнаем, кто дозвонился первым. Приветствую, вы на ТВ. Что бы вы хотели сказать на нашем последнем шоу? Ох, привет, Метатон. Мне очень нравится смотреть твое шоу. Моя жизнь достаточно скучна, но возможность увидеть тебя на экране приносит чувство в мою скучную жизнь. Не могу сказать, но я предполагаю, что это последний эпизод. Я буду скучать по тебе, Метатон. Ох. И... Я и не думал говорить так долго. Ох. Нет, постой, Блу. Они уже повесили. Что, Блу? Я приму другого дозвонившегося. Метатон, твое шоу делает нас очень счастливыми. Метатон, я не знаю, что бы я смотрела без тебя. Метатон, ты оставил след в форме метатона в моем метатоновском сердце. Ах. Я понимаю. Всем огромное вам спасибо. Дорогуша, возможно, будет лучше, если я останусь здесь ненадолго. У людей уже есть свои звезды и идолы, но у монстров у них есть лишь я. Если я уйду, подземный мир, возможно, потеряет свою искру. Возможно, я оставлю ноющую пустоту, которая никогда не наполнится. Итак, я думаю, мне необходимо отложить свой большой дебют. Кроме того, ты доказал, что очень силен. Возможно, достаточно, чтобы одолеть Асгара. Я уверен, ты сумеешь защитить человечество. Ха-ха. В любом случае, все это к лучшему. Правда в том, что энергопотребление этой формы неэффективно. Через несколько мгновений я истрачу заряд батареи и... Ну, я буду в порядке. Срази их наповал, дорогуша. И всем спасибо. Вы были отличными зрителями. Это прям как конец серии можно, да, сделать? Мне удалось открыть замок. Вы тут что? Господи. Метатон, Метатон, ты что? Слава богу, это всего лишь батарейки. Метатон, если бы ты умер, я бы... У меня бы... В смысле... Эй, это мелкий пустяк, знаешь? Он же робот. Если накосячишь, я всегда могу построить еще одного. Может, ты пойдешь дальше? Фух, ладно, прошли. Обидно, конечно, что я сожрал случайно комок снега. Хотя должен был не жрать. И извини насчет этого. Давай продолжим идти. Так ты собираешься встретить Асгара, да? Ты должно быть, волнуешься насчет всего этого, да? Наконец-то ты доберешься до дома. Подожди. Я имею в виду, я просто собиралась сказать прощай и... Я этого больше не выдержу. Я солгала тебе, душа человека. Недостаточно сильна, чтобы пересечь барьер в одиночку. А, душа человека недостаточно сильна. Он требует, по крайней мере, душу человека и душу монстра.
Если ты хочешь попасть домой, тебе придется забрать его душу. Тебе придется убить Асгара. Мне жаль. Долгий лифт, тут ничего не скажешь. Ой. Такое ощущение, как будто я в подвале. А вот и сохраночка. Ну что ж, ребята. Вот мы с вами добрались куда-то еще дальше. Что будет в следующей серии, не могу знать. И не позволю вам спойлерить. Ну, а пока что ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. В описании будет ссылочка на плейлист, как обычно. И до встречи, до встречи, до встречи. Пишите комментарии, с удовольствием почитаю. И кнопка поделиться тоже. Жмакайте на нее. В описании, кстати, будет еще ссылочка на мой Twitch. И ссылочка на группу ВКонтакте. Заходите, любуйтесь, смотрите. Участвуйте. Пока-пока.